Всем привет! Вот моя Honda Civic. Значит, что? Сейчас уже осень, сентябрь. Ночные заморозки начались, 20 числа. И что я хочу сказать? Печка у меня ни хрена не греет. Вот. Попробую в этом видео вместе с вами отремонтировать. Ни разу я на Honda Civic печку не ремонтировал. Ну, сейчас попробую. Смысл в том, что... Вот, смотрите. Включаю... зажигание. Вот оно, зажигание включено. Теперь, например, включаю печку на 30 градусов. Машина горячая, я только что приехал. Включаю кондиционер, все выключено. И, например, включаю вентилятор. И по идее, ну, предположим, вот так. Вот так. Вот отсюда должен идти... Ну, хотя бы теплый воздух. Машина же теплая. И вот отсюда. А воздух идет холодный. Значит, что я делаю? Я беру и лезу вот сюда под рулю. Под руль лезу. Включил переноску. Так. Вот она, переносочка. И вот здесь я вижу под рулем механизм. Вот это... как бы ручной тормоз, вот он, но он не ручной, он ножной. И вот этот вот механизм, это вот где у меня машина праворукая, здесь диагностический разъем, и под рулевой колонкой с правой стороны по ходу движения вот такой вот механизм. Сейчас я что делаю? Я сейчас включу зажигание. Замок вытащил, чтобы он не пищал. Ключ, вернее, из замка вытащил. Так, включил зажигание. Тут начало дуть все. Я сейчас саму... Ой-ой-ой, выключу. Вентилятор выключу. А вот этим вот рычагом, который увеличивает или уменьшает... Сейчас я... Может, вот так лучше будет видно. Вот так. Вот этим рычагом, который увеличивает, уменьшает теплость. То есть, если я, например, ставлю на 25, там... должен, как вам сказать, рычаг передвинуться, заслонка открыться больше. Ставлю на 30, заслонка открыться, должна открыться больше. Но для того, чтобы она двигалась, мне обязательно нужно включить вентилятор. Вот, сейчас у меня стоит, ну давайте выключим, вот на нуле. Смотрим. Так. 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 Вот так. Плохо видно, темно. Что я делаю? Еще раз. Включаю. Включаю больше обогрев при помощи вот этого вот рычага, который от нуля там до 30 и больше. Этот рычаг у меня находится, кузов у меня ЕУ-3. И рычаг находится посередине. Вот смотрите, я поворачиваю. Видите? Видите, двигаться начинает. Вот еще раз, назад. Вот назад, раз. Видите, вот этот щелчок. Это она срывается. Вот эта штука срывается. То есть тросик не дает двигаться. Не дает двигаться заслонки. Заслонка находится у нас в... под капотном пространстве. Вот еще раз, смотрите, добавляю до 30. Видите как? Вот она, щелчок, и выскакивает. Мне нужно как-то расшевелить этот тросик, я думаю. У меня заклинило либо тросик, либо заклинила сама заслонка, которая находится в топливной системе и открывает доступ к горячей охлаждающей жидкости, горячей в радиатор печки, системы отопления салона. Выключаем. Пока выключаем зажигание. Открываем капот. Капот открыли. Теперь мне вот этот вот ресивер нужно снять, чтобы подобраться к заслонке, к самой.
и попробовать ее расшевелить. Все лето я ездил, то есть печка то грела, то не грела. Но сейчас вот припекло, начинаются холода. Хочешь не хочешь, придется делать печку. Вот, поэтому я сейчас поставил свою камеру на штатив. Когда нужно будет, я приближу, то есть поближе сделаю. А сейчас мне нужно снять вот этот вот ресивер. Головкой маленькой, шестигранником на 10, отворачиваю крепление. Вот смотрите, вот один болт крепится, вот этот ресивер. Вот здесь второй. Все плохо видно. Вот он второй. Должен быть еще и третий. Вот не знаю, может, возможно, она вот здесь вот просто крепится. Сейчас буду пробовать снимать. Как всегда, прибегаю к помощи своего шуруповерта. Здесь эту резиновую гофру снял. Вот знаете, уже эксплуатирую 10 лет, ой, 10 лет, прибавил, 7 лет Хонду. Несколько раз снимал этот ресивер, до сих пор не могу запомнить. А, вон он, еще один болт. Вот он внизу. То есть вот этот вот один, вот этот вот второй. И вот там вот третий, вот за этими шлангами. Все. Далеко, поэтому пришлось взять такие вот пинцет медицинские обязательно. Где-то еще держит. Где-то еще. А, вот он еще и четвертый. Вот он между аккумулятором. Вот он, ресивер и аккумулятор. И вот туда, в глубину. Смотрите. Вот он болт. Вот он. Вот, я надеюсь, видно. Все, сорвали. Хрена не видно. Опять берем пинцет. Без пинцета никуда. Тем более без такого длинного. Вот он. Вот они, 4 болтика, которые держали, вернее, этот ресивер. О, представляете, какой он огромный. Вот эта часть идет на всасывающую трубу, а вот эта вот часть, вот она, это идет на фильтр. И вот мы практически добрались до, вот она, вот он, заслонка печки. Вот. Попробую-ка я ее маленько расшевелить, а то она, похоже, закрыта. Да, как всегда, забываю сказать, что нужно соблюдать технику безопасности и обязательно снять минусовой провод. Не дай бог, сейчас вот будет какая-нибудь машина проезжать, получит сигнал и автоматически начнет заводиться. Поэтому снимаем также ключом на 10 головкой, снимаем минусовую клемму аккумулятора. Машина обесточена, в сторонку хорошо убираем этот минус. Так, и нам мешает еще по большому счету корпус воздушного фильтра. Попробуем так. Так, делаю отвертку. Такую немаленькую. О, видали? Она по хорошему счету так ходит туда-сюда. Вот так, раз. То есть хорошо, что я не купил вот эту заслонку. Смотрите, вот она прекрасно ходит. А чего же она клинит, почему? Странно. Сейчас вот попрошу сюда что-нибудь накину и попрошу своего помощника. Помощник у меня моя супруга. Других нету. Вот так вот надо пошевелить, расшевелить. То есть, скорее всего, механизм.
Сейчас вот буду просить своего помощника. Зовут помощника Лариса. Я уже говорил только что, жена, других нету помощников. Вот этот флажок, вот смотри, Лариса, вот его нужно будет вот сюда потянуть на себя, а потом назад вот туда. Видишь, он шевелится. Вот. То есть ты его должна толкнуть вот туда, вперед, вот так, можешь отверткой. А потом назад, вот так. Вот, а я залезу туда вовнутрь и буду смотреть, как там все шевелится. Только ты будешь делать это без света. Свет нужен мне там. Включил. Давай шевели туда-сюда. Ага. Назад. Вот так. Так, вижу. Теперь мне нужно тут лечь, а то в таком положении я ничего не сделаю. Там, чтобы попробовать, вроде бы заслонка все двигается, чтобы попробовать, надо назад одеть аккумулятор, минусовую клемму. Аккумулятор у меня российский, потому что иностранные беру, они там, видать, в магазине стоят по 5 лет, а может и больше. Потом нам их продают, и ровно через год они пропадают. Вот. А российский, может, он не самого лучшего качества изначально, но они хотя бы новые. И мне хватает поездить 5 лет, а не покупать каждый год новый аккумулятор. Это, конечно, отдельная тема. Все, минус есть. Теперь я буду просить Ларису, чтобы она выключала замок зажигания. Я буду там внутри. Так, Лариса включила зажигание. Подожди, тут свет. Свет. Ничего не вижу. Так, вот он свет. Так, давай рычажок до конца. А, отвертку дай мне плоскую, если можешь. Так. Абсолютно неудобно. Ни рука, ничего не залазит. Сейчас. Вот так. Ну-ка, давай рычажок на... Включай. Так, ага. Да-да-да, все, она уже встала. Так, назад. Ты до конца вверх включи. Включила. Так, теперь назад. Не хватает силы или что, или грязная она тут. До конца это, да? Да. А? Вниз до упора. Так, теперь до середины. Почему-то выскакивает, я не знаю почему, что износилось здесь. Но вот эта вот штука, пластиковая, хочет выскочить вот из этой штуки. Только держать не буду, давай. Ты сейчас до середины? Да. Ну-ка до конца сделай вверх. Вверх до конца. Сделала? Да. Не шевелится. Ну-ка до середины назад. До середины. До конца вниз теперь. Тут это что-то аж все выворачивает. С такой силой она. Похоже, тут механизм капец. Или вот здесь вот что-то вывернуло, слушай. Почему-то. Так, ну-ка до середины опять. До конца. Вверх? Да. Назад до середины. Назад? Да. Вниз? Странно, конечно. Похоже, что тут хана механизму. Ладно, спасибо за внимание. Ну что, ребятки, все понятно. Там у меня под рулевой колонкой есть механизм, который управляет заслонкой печки, которая находится под капотом. Не а под капотом. Вот я включил, и она в какой-то момент закусывает. То есть нужно менять весь механизм, который находится, опять же говорю, вот здесь вот под рулевой колонкой. Ну вот такие вот дела. Менять я его сейчас не буду, потому что нету. Но не дуло теплым именно из-за этого. Сейчас попробую завести. Сейчас я открыл полностью заслонку.
завел машину, чтобы помпа прокачала. И посмотрим, как будет дуть. Включил на полную. Ну вот он, теплый воздух пошел. Я думаю, что завтра я замерзать не буду уже. Просто не надо будет трогать вот эту вот заслонку. Она, видите, она полностью открыта. Когда она поворачивает, там закусывает и выскакивает. Поэтому, скорее всего, придется менять механизм. Короче, механизма у меня пока нет. Я как пока выйду из положения? Вот этот флажок, вот он флажок, он сейчас открыт. То есть заслонка, через которую тосол поступает в печку, сейчас открыта. Я с нее скинул вот эту тросик. Вот он, видите, тросик. Вот этот вот тросик скинул. То есть, если я случайно затрону, и чтобы у меня она не закрылась, он у меня всегда будет открыт. На улице холодно, поэтому пока не куплю механизм, а купить я его должен в течение день-два. Пока я не куплю этот механизм, он у меня будет греть все время. Ну и пусть. Ставим на место этот ресивер. Сейчас покажу как. Ресивер на месте, то есть одел здесь гофру, всунул его в патрубок, который идет в воздушный фильтр. Здесь сейчас мне нужно закрутить 4 болта, которые я откручил. Опачки. Нужно держать фонарик, камеру и болт, а руки только 2. Ну еще 2 труднодоступных болта. Это вот здесь и вот там под резинками. Камеру выключу пока.